Федя, ты чего, хочешь себе сюрприз на день рождения испортить? Папа же сказал, туда не лазить. Ничего я не испорчу. Посмотри, поставлю на место. Папа даже об этом не узнает. Ай, а как же эмоции от подарка? Ну, сделаю вид, что вижу первый раз. Ой. Собаки, я дома. Ну что, скучали по мне? Джонни же сказал туда не лазить, что хочешь Оскару сюрприз испортить. Ну вот, теперь не получу эмоции от подарка. Спасибо, Джонни. Пап, ну это же Оскар. Джонни, я от тебя такого поведения не ожидал. Хоть в машину подарки прячь. Все, на день рождения брата ты остаешься без праздничного торта. Оскар, ты вообще офигел? Зачем ты меня подставил? А что ты стоял как копанный? Мог бы тоже убежать, сказали бы, пакет сам упал. Ну, зато я увидел, куда папа его перепрятал. Куда? Ага, так я тебе и рассказал. Я за тебя без праздничного торта на ТВДР останусь. Я тебе все свои куски отдам, только расскажи. Ладно, я видел, как папа перепрятал пакет в машине. Спасибо. Лер, может быть, Оскару на день рождения еще одежду аксессуаров закажем, пока на четырех лапах скидка 50%. Давай, она как раз до конца января. Папа, почему твоя машина куда-то едет? Что? Нет! Стойте, стойте! Оскар, что ты тут делаешь? Ну, я тут кое-что искал, и случайно на педаль нажал. Все ясно. Ты сам себе, походу, сюрприз хотел испортить. Я тебе помогу. Там миска с динозавром, только теперь она достанется не тебе, а Макосте. Ну блин! Хорошо, что мы еще один подарок заказали.